На место ЧП прибыла пожарная техника, огнеборцам пришлось вручную расчищать подъезды к зданию для того, чтобы могла подъехать автолестница. Впрочем, пламя быстро удалось локализовать, сказалось близкое присутствие источника воды и небольшая площадь возгорания – 30 квадратных метров. Из здания эвакуировали 3 человек. Ближе к 3 часам дня пожар полностью погасили. Сейчас на месте работают сотрудники дознания, выясняют, почему загорелся утеплитель.